это ангелы, это силы, которые хотели с правой стороны, с левой стороны по отношению к желанию получать, пользоваться им так, чтобы желание получать властвовало на этой трапезе. Не дать Мордехаю вмешиваться в трапезу вместе с Аманом. Это важно, потому что сам Мордехай ни в чем не заинтересован, ни в чем. Но только для того, чтобы, но только чтобы давать царю, да? И также его отдача царю такая, что он помогает, помогает всем келим Амана тем, чтобы они, в том, чтобы они соответствовали царю. Да? Здесь есть понятие прямого и противоположного. Как может быть, чтобы в получающих келим я мог сделать самое большое действие отдачи? Как они вдруг пробуждаются, просто решимо как бы в системе? Да, да, конечно, да. Это уже понятно, что ничего не встает, что называется указ царя. Приходит высший свет, и эти решимот, эти указы пробуждаются.